Добрый день, мои дорогие коллеги. Ребятки, хочу сделать небольшой обзорчик. Вот такой вот замечательный подарок мне подарили дети на Новый год. Как для развивающегося блогера, доце с зятем мне подарили штатив фирмы Ripon 330A. Вот такой вот. Длина его полностью в разобранном виде 1 метр 345 сантиметров, в собранном виде 515 сантиметров. Вес его 390 грамм, он у нас еще идет с управлением Kel-Vehicle камеру на расстоянии. Прилочек как для андроида, так и для айфона кнопка. Так мне сказала доча. У нас еще здесь в комплекте идет держатель для телефона, который фиксирует наш телефон любой модели. Сейчас мы это все посмотрим, ребятки. Чехол такой приятный, красивый. А вот наш замечательный штатив. Так, смотрим, коллеги. О, разлаживается замечательно. Так, это я понял. У нас должно, да, поднимается вверх. Есть, ребятки, такое дело. Все, я вам покажу. Здесь у нас уровень водяной. Так, теперь фиксируем сюда наверх наш держатель. Здесь есть защелка. Ее отодвигаем и вынимаем наш сам держатель. И вот смотрите, здесь держатели, в платформе для держателя есть болтик, и закручиваем сам держатель на болтик. Тут есть фиксатор, он такой как кнопочка, фиксирует наш держатель. Все, держится замечательно. И так само, ребята, сразу вставляем в паз и потом отодвигаем защелку. И, пожалуйста, вуаля, наш держатель на месте. А также у нас ручка, которая поднимает. Откручиваем ее. Вот здесь откручивается. И наша камера работает вверх-вниз, куда угодно. И также у нас еще есть фиксатор, который поворачивает камеру. Скажем так, в стоячем виде снимать с телефона. Поворачивается наш телефон на все 380. Есть фиксатор, который фиксирует, когда выезжает, видите, можно даже без ручки это все делать. Когда мы подняли штатив, зафиксировали, и мы уже его назад с трудом, вот так вот. Все. Посмотрим, насколько он у нас длинный. Здесь все фиксируется. Выезжает одна пара. Зафиксировали. Вот так вот. И поднимается, я так понял, еще выезжает. Да, смотрите, ребята, еще выезжает. Ребятки, ну что, я так понял, вот это что трубка у меня отпала. Этот фиксатор фиксирует эту трубку. Он крепко сидит. Все, вот так вот в разложенном виде все это у нас выглядит. Телефона, правда, нет, чтобы вам показать запасного. Но мне очень нравится. Теперь я могу спокойно поставить сюда телефон. Выбрать высоту, выбрать наклон камеры, поворачивается камера так в ручном положении, выбрать наклон или так, как угодно. Поворачивать и так само переворачивать телефон. Вот такой вот коротенький обзорчик моего подарка, ребят. Очень я доволен. И, кстати, следующее видео я буду снимать с этого штатива. Я очень доволен. Спасибо огромное Лере с Димой. Уважили папу. Я давно хотел, но смотрел цены в интернете. Они кусались. Даже сейчас они кусаются. Я подарком доволен. Все, зрители мои дорогие, спасибо за внимание. Спасибо, кто подписан. Спасибо моим дорогим детям за такой замечательный подарок. Всем пока. С вами был Максим. И маленький обзорчик моей радости. Удачи всем. Скоро увидимся.